В прошлом году мы снимали, как нас мама провожала. Теперь нас провожает мама с папой. Вон они стоят. Ну-ка, помашите. Вон машут. А там вот сбоку у нас Катюшка. Вот за туристами прям. Нужно махать тоже. Вот Михаил пошел камерой своей снимать первый отъезд. Ну вон, наши одинокие родители стоят без зонта. Зонт забыли, папка не оделся, говорил, что дома тепло. Теперь стоит, мерзнет. Под причалом номер 4. Привет. Вот. Ну вот очередной год, уже 2005. Второй раз мы плывем по маршруту Москва-Питер. Ну все, прощаемся.